я буду использовать пластиковую сетку для палисадников. Обычные металлические прутки и хомутики. Креплю прутики к краям сетки с помощью хомутиков. Верхний край завернула в трубочку для жесткости и закрепила хомутиками подлиннее. Хвостики хомутиков можно отрезать. И лишнюю сетку тоже. Вот, собственно, и все. Проще некуда. И достаточно бюджетно. Смотрится тоже неплохо. Главное, чтобы мой клематис быстренько разросся и все закрыл.